Привет, дорогой зритель, я рад, что ты попал ко мне на канал. Приятного тебе просмотра, мы начинаем. Меня зовут Нумов Павел, этот видеоролик посвящен тему, куда я пропал и почему перестал снимать вовсе. Поэтому в данном видеоролике я постараюсь по максимуму выложить тебе информацию, что будет в дальнейшем моего видеоблога и вообще, почему я перестал снимать. Предлагаю начать с вопроса, почему я перестал снимать видео на YouTube-канал и вообще вести какие-то либо соцсети, там, Telegram-канал свой и тот же Instagram. Честно говоря, этому способствует несколько факторов, наверное. Первый из них – это я начал вообще видеосъемку свою и свой YouTube-канал без какой-либо тематики, просто у меня была цель такая, что я вот начинаю снимать, и все, и без разницы, что я снимаю, просто начинаю снимать, потому что у меня было желание начать вести видеоблог. А как его буду, то есть что я там буду снимать, это я планировал, что приду по ходу своему времени, то есть времени видеосъемки, можно так сказать. Вторая причина, она, наверное, самая важная для меня, это потеря близкого для меня человека, и за ней же также последовала потеря мотивации. Третья причина – это эмоциональное выгорание, как на работе, так и в самом видеоблоге. И получилось так, что я в эти 2-3 месяца приобрел депрессивное состояние. Тогда узнал первый раз, что такое депрессия. Хотя сам это, наверное, отрицал. Наверное, большинство, 80% людей в нашей стране это отрицают. Это, наверное, было правильное мое решение. Заморозить YouTube-канал, полностью заморозить все свои дела и на определенное время выпасть просто из жизни. То есть заниматься собой, заняться своей головой и полностью уже наводить там порядок. Я не переставал снимать, полностью я вел видеоблог, только я его не выкладывал, просто снимал материал, копил его, так сказать, хотел когда-то смонтировать, но у меня не было сил, я как бы уже полностью 100% решение принял, что все, я не сниму, ну, я снимаю, но не выкладываю. Если вдруг этот материал там понадобится мне, я его смонтирую, в данном видеоролике сейчас, который вы смотрите, и попытаюсь как-то что-то там объяснить и выложить. Но это время, которое уже прошло, оно уже прошло. И, кстати, суммарно, да, 4 или 2 месяца, по-моему, если я не ошибаюсь, уже прошло. Ну, если отсчитать с последнего моего видео, которое я выкладывал на канал, прошло 2 месяца, а так, в общем, в районе 4 прошло. И материала накопилось много, приложу где-нибудь его там здесь, там, или здесь, не знаю, где-нибудь оно там появится, здесь, либо здесь, оно где-то появится, я думаю, 100%, и я его прикреплю. 4 месяца произошло только что интересное, это я был в Крыму, поднимался, точнее, наверное, даже спускался или поднимался, ну, короче, делал восхождение на гору Тарактаж, ну, и фрагменты переложу, все. Вдруг появился вопрос, почему я весь этот материал не смонтирую, не выложу на YouTube-канал, объясняю. Потому что в то время, когда я наводил порядок у себя в голове, я для себя принял решение, что я на YouTube-канале начну все с чистого листа. Что означает «с чистого листа»? С чистого листа это я полностью выбрал тематику своего YouTube-канала. Это будет лайв, это будут видеовлоги какие-то из жизни, которые мне будут интересны, и самообразование. Это значит, что вы увидите на этом канале какие-то жизненные моменты, какие-то челленджи, путешествия, саморазвитие, самообразование и, проще говоря, мой путь в этой прекрасной жизни. В данном видеоролике вы узнали, почему я все-таки перестал снимать, почему у меня такой большой промежуток времени не было. Что будет дальше с развитием моего видеоблога. Теперь поэтому все будет более систематизировано и более подход будет серьезный именно к данному. Вот и подошло это видео к концу. Старался по максимуму выложить информацию без какой-либо воды. Если вдруг вам чего-то не хватило, либо еще что-то хотите узнать, задавайте вопросы в комментариях. Я буду рад на них снять какой-либо видеоролик, если вам будет интересно на это все посмотреть. Да. Я более подробно разберу ту или иную тему, которую вы, допустим, не услышали, либо вам не хватило в данном видеоролике услышать там или узнать, или еще что-то про мою жизнь. Я только рад, только открыт и только хочу снимать. Мне, наоборот, нужна сейчас ваша поддержка в съемке данного видеоролика. Так что благодарю тебя за просмотр. Прошу подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и оставить свою обратную связь в комментариях. С вами был Наумов Павел. Всем до скорой встречи. Пока.